дамы и господа. Итак, у нас Убель против Джинни. Высшие дивизионы — это Фениксы. Один запасной у Убеля за счет того, что есть пила и у Убеля есть маг. Больше тут ничего не видно. Пока что команды расставляются. Итак, у Джинни при этом есть два запасных. Ну, шикарный Огр Рико. Парень с ДП киком Реслом Урбано. Линеечка нулевая. Сегунда, зато с Гордом. Витриана. Гиньо. И такое построение. Здравствуй, комедиан. Здравствуй, Алекс. Построение такое очень напоминает эльфийское построение со столбиками. Ролим, шикарно. Шикарно посидели. Всем спасибо, кто явился. Все было отлично. И как говорили в первом Бладболе, почаще бы так. Да, здесь ребятки защищаются за счет двух ДПшников и Огра. Огры бить вряд ли станут, но могут запилить, кстати, насмерть неожиданно. С другой стороны, пила стоит так, что она хочет пилить лос. Раннер за счет кора стоит далеко. Если что, он пробежит. В принципе, это местные звезды. Азубар и Адсон. Лок-Лак все так же с Ниглой. Голожопик. Блоджерный силовой Тролльслейер. А вот второго Тролльслейера что-то не везет. Не везет Убелю раскачать второго Тролльслейера. И что-то я не вижу второго Блицера, если честно, на поле. Один Блицер вижу. Аримандис, звезда дворфийской команды. А вот второго что-то я Блицера не замечаю. Похоже, получил травму. Хорошо. Хорошо. Так. Хуманы в защите и против мага. Посмотрим, как они сыграют. Хуманам уже вообще не важен исход. Им надо просто отыграть, не потеряв никого. И все. Очень близкий кик. Получил Нигл и отдыхает. Печально. Дополнительный переброс для дворфов. Приятное дополнение, но как бы не самое полезное, наверное. Какой-нибудь камень в нужного игрока даже... Да нет, нет. Даже подойти на одну клеточку было, по-моему, веселее. Убель начинает с даджа лонером. Но Нафл его прощает, ибо если ты не видишь парня... то не надо доджить. Гиндо. Парень уже получил 2 СПП, но закончил на том свете. Это какое-то устрашение. Предсид. Это какое-то устрашение просто врага. Потом, правда, ему показали дабл черепа, которые радостно приролились, и смерть. Ладно, есть запасной. С этим проблем быть не должно. Хотя непонятно, кого дальше на лос ставить. Получается, этот парень с ДП будет на лос ходить. Да, Парапан, все случается. Какой был додж вкусный, да, Дженни? Ну, это Рестл. Это падение на Рестле. А нет, смотрите, он решает не падать на лаком. А просто поджать хуманцов. Ну, начальная череда кубов, конечно, была очень интересной. Там, начать с 5+, даджа. Нет, Дженни не брал чемпионство. Дженни несколько раз играл в ПО. Да, Орбит, стандартная игра за дворфов вышла на новый уровень. Теперь надо делать 5+ действия, ибо они у дворфов отлично получаются. Да. И это только самое начало, самая мякотка сит.
подбор есть. Адсон работает. А Зубар как-то смело вышел вперед, на самом деле. А, это Гелиодора прилипала, кстати, второй гилкой. Что за 5 плюс действия? Вот этот парень первым действием вообще в игре, вот этот парень побежал доджиться. Ну, это, правда, 4 плюс было, но... Да, нет, стоп, это 5 плюс был додж. 5 плюс додж первым действием. А почему? Это же четвертая агилка. Если он бежал по углу, это 4 плюс должно было быть. Зашел. А, он из такл-зоны в такл-зону доджился. Вот оно, в чем дело. Он зашел в такл-зону и сдоджился в такл-зону. Да, да, да. Жесть какая. Если бы Нафл за это наказал, то, скорее всего, хуманы бы уже несли мяч к зачетке. Но Нафлу интереснее посмотреть весь матч. Ну что ж, посмотрим на интригу. Блин, Нафла надо рисовать. Точнее, если бы я рисовал Нафла, я бы его трехглазым рисовал. Два глаза, как у Фемиды. Этот, перевязанный. А третий глаз он на лбу и смотрит. Или одноглазым. Типа, повязка такая, которая закрывает только один глаз. Ну, нет, тут у хуманцов есть перспектива, на самом деле. Турбодед идет на дело. Джиггернаут есть. Бам. Укладывает ближе к краю. Надо назад уходить турбодедом. Совсем назад ушел. Хорошо. Это, кстати, купленный легионер, который, по-моему, в первой же игре и пострадал. И фол. Малах пробит. На лак пробит. Точка. Ну, Пайропан, я не уверен, что хуманцы, занимающие первое место вне досягаемости ближайшего конкурента в своей группе, пиво. Это пиво, вот оно. На выталкивание. Плюс один к броску на травмы. Странно, что Рико никуда не полез. Ну, Огр не придет на мяч, потому что ну, здесь доджится и здесь доджится. Хотя это 6 плюс додж, что там? Ерунда какая. Триггерит. Но это еще не самый триггерит. Опа, подскок завалился. На халяву ударить не получилось. Сигунда все еще на ногах. И, скорее всего, будет блиц в Сигунда. Ну, можно было сюда, например, подойти, Менг. И как бы держать на себе вот этого парня. Правда, ты тогда Рика вешаешь на Блоджера с третьим мувом, но тем не менее. Зато его можно, кстати, если ты его валишь, ты его отталкиваешь от себя и стоишь. Ему надо ГФИ к тебе подходить. Такой местный выедатель реролов. Будет ли фол пилой? Непонятно. Будет ли блиц пилой? Тоже непонятно. Что вообще будет? Что планируется? Можно сюда ударить?
Кстати, Арика-то даже с Локлаком способен справиться, в принципе. Единственное, что Локлак не тупит. Угу, подвел Блоджера. Это Блиц пилой или Фол пилой? Это Блиц пилой. Врика. Девятый армор надо пилить. Пила пилит сама себя. Не будет рерола. Пила вырывается. Падает. И это колокол. Флинт покидает поле. А дальше шли, кстати, кубики, которые вполне устраивали Убеля. То есть, если бы не единица на пилу, скажем, здесь бы двоечка была, Рика бы, скорее всего, сейчас был бы за полем с колокольчиком. 140, ну да, дороговато. И он уже не вернется в игру. Рика тоже тупит, это заразно. Я, кстати, первый раз увидел, чтобы пила при провале пиления не травмировалась. Сколько раз видел, обычно пила, если проваливает пиление, то травмируется в итоге. Здесь именно колокольчик. Ну, тем не менее, это без разницы. В любом случае, на следующий драйв она не выйдет. Ну, господа, вам повезло. Просто когда я наблюдал, они обычно травмируют сами себя. Привет, шпион. Угу. Крепкой стоечки нет. Это, кстати, тоже купленный игрок. Здравствуй, Донба. Это не Гобос. Просто для всех пилильщиков одна и та же модель. Это не Гобос. Самое веселое, когда у Хаоса выходит парень с пилой. С четвертой силой или даже с пятой, там, с какой он силой, не помню. Кстати, здравствуй, Гос. Да, по-моему, с четвертой тоже. По-моему, там полное соответствие House Warrior, только армор восьмой. И опять Турбодед пошел на дело. Последнее как-то время Турбодед не показывал чего-то шедеврального. И, собственно, на этот раз он опять облажался, кинув стрелку. Джинни решил даже рерольчик потратить, нашел шестерочку. Ну, дочитал. Я дочитал, что где нормальные модельки. Ну, просто это даже не гоблин. И я дочитал позже. Кстати, он падает сюда. Нет, здесь все сложно. Здесь все плохо. По-моему, Амброзио начал уставать. Он уже перестал как-то серьезно влиять. Как-то он серьезно перестал влиять на игру. И вот этот парень к нему сейчас еще подойдет, подопрет его. Фалить. Ну, в принципе, есть кем фалить. Вопрос в том, как избавиться от лишних дворфов.
Хуманов на самом деле ну, столько же. Столько же. Нету этого парня, нету вот этого парня. Вот этого. Здравствуй, швед. Красные кубы! Потому что Дотлис не работает. Ай-яй-яй-яй-яй, Диего облажался. 1-1-2. Плохо. Плохо, плохо, нельзя так кидать. Надо рычать. Надо рычать или кидать 6-6, если не зарычал. Привет, стар. Это? Рубл? Стар. У меня же написано, какой турнир. Вот здесь вот, в верхнем левом углу. Тут, конечно же, находят кубы. В принципе, сложно не найти. Ну, это был, на самом деле, 1D, как минимум. Потому что рычать надо было. Это еще группа Star. В ПО у меня написано, что ПО. Девятый день. Не упал. Не упал с наличием всего лишь блока. Это прям прогресс. На этот раз джампап работает. А, потому что это блиц. Джампап работает, потому что это блиц. На двоечку он падает. Блока нет. Мне кажется, дворфы сейчас направо пойдут. Конечно, в закат не уйдет, даже если ему мяч передадут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но он сможет занести на следующий ход с двумя ГФИ. Но, блин, на 2 плюс Рико может выбить, в принципе, мяч. Ланфранко на 3 плюс выбивает. Ну, точнее, он как, он, в принципе, на тоже 2 плюс ГФИ. Рико. Нет, смотрите, тут что-то похожее на клетку. W1 рерол. Стрелочка. Парень стоит. Возможно, даже стенфирмом. Да, стенфирм. Поднимается, раздает на всех ассист. Но проблема в том, что этот парень тоже дает ассист. И этот парень дает ассист. Здесь 1D только. На лак. Непробиваемой стеной тоже стоит. Есть удар сюда. В 1D. Из-за того, что на лак плюс силовой. Будет ли подъем на 4 плюс, интересно. Рико просто тупит. Сюда бы тоже был 1D. Или тоже успешный. Проблема в том, что этот теперь тоже 1D. А здесь он еще на двойку мог уронить этого парня. А, нет, смотрите, 2D. Почему 2D? Почему? А, здесь снимается ассист вот этим парнем, да. Я невнимателен. А, это удар еще силовым. Это не гард. Ну да, он мог здесь. Ну, он просто силовым бьет. Я думал, он собирается освободить силового. Нет, он вместо этого бьет силовым. Привет, мутабор. Десять плюс пока нереально для хуманов. Опять турбодет. Это 9 плюс. С Mighty Blow 8 плюс.
И... Пробой! Это же пробой! Огра 210 тысяч, по-моему. По-моему, 210 мы там насчитали, 230, что-то такое. Идет на ассист. Теперь есть удар здесь, но нет удара здесь. И сюда я бы даже не бил. Ах, лоханулся. Друже, лоханулся. Не стал подходить. Ну, это ничего не меняет на самом деле. Хотя, если гард сюда подойдет, будет все равно 1D. Надо будет еще кого-то подводить. Тут вот этот может подойти. Лох-лак может подойти. Либо лох-лак может сюда ударить. Либо можно ударить сюда и лох-лаком блицануть Рика. С одним ассистом. Убежать сюда и надеяться, что тебя хуманы не догонят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, это нет. Так не работает. 280 огр. Мне показалось 300. Ну и ладно. Восемьдесят, 210, 260, 280, да. А как? А как блицевать мяч? Я просто не видел момента, где можно блицевать, кроме как с липа. А лип это действие без переброса в один куб. Зачем? Хуманов устраивает любой исход вообще в игре, кроме смертей своих важных игроков. Парень с ДП ушел. Это фол кого? Короче, кого-то фол. Это линеечка. Линеечка пробивается с одним ассистом. Ровно на девяточку не был бы ассиста, не пробился. А так пробивается. И, соответственно, на лак никуда не пойдет. БДСМ огр. Если вы это... Как они? Огр, смотрите. Могучая нога, да. Кстати, полезно. Полезно. Здесь силовой потерялся. Ну и, собственно, Бернард. Голожопик Бернард валяется тоже мордой в асфальт. То есть для хуманов это довольно успешная комбинация. Вопрос в том... получится ли дальше. В принципе, пока что дворфы, ну, пробиваются, да, вот это вот два пробоя за счет фала. Но их уже минус два. Соответственно, дворфов больше. Дворфов уже больше получается. И еще тупящий Рика не помогает игре вообще. Этого парня можно ударить, этого освободить. 4. А, этот не дает ассист. Надо этого поднять. Или блицануть сюда, подвести сюда. Этого поднять, ударить здесь. Привет, Макс. Всем бобра, да. Так, и что мы получаем? Мы получаем, например, блиц от Рика сюда, и он приходит к мячу. Но
Но хуманы, по-моему, не могут угнаться за мячом, либо мяч будет занесен с двумя ГФИ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С одним ГФИ вообще. Эрика затупит. Ну, посмотрим. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Двумя глухой. Рика. Ну, возможно, кто-то что-то у нее спрашивал, что не надо спрашивать было. Можно подвести Рика сюда. Объявить блиц кетчером, ударить, хотя бы оттолкнуть этого парня и прибежать к меченосцу. Если донтлесс сработает, это два куба, в принципе. Прибегаешь к меченосцу, и этого парня надо будет марчить. Хотя вот этот парень-то отдоджится. А, Мутабор, там дело в том, что хуманов во втором ББ сделали еще прям на релизе другими. Еще даже до зоны не было, если я правильно помню. Ну, этот, Season 1, который. Ну и ГВ очень не любит изменяться. Очень не любит. Ну, не знаю, Менг. В моем понимании, надо вообще хоть что-то делать с мячиком. Здесь же вообще ничего не происходит. Точно не по ходу добавили Big Lizard. Ну, смотри, у кетчеров в настолке 7 армор. И Огр хуманский на 10 тысяч дешевле, чем он нужен. Ну, чем он в настолке. Даже орков сделали, блицеры орковские были на 10 тысяч дороже. И это было прекрасно. Но нет, народ наныл все-таки на понижение цены орочих блицеров. Но он не бесполезен, он неплох, в принципе. Третий ход в подряд. Третий ход уже тупит. Рика, за что ты такой не очень? Бретонцам дали плюшки. У бретонцев изначально не было выхода в агилку. Им дали выход в агилку. Да-да, комедиант, вообще. Как Ванга сказанул, согласен. Согласен, Стар, что мало было нововведений. Привет, Сандвикин. Ну, изначально-то бретонцев вообще не было. Согласен, Рашпи. Ну, в смысле, в настолке их вообще не было. Там был какой-то ростер наркоманский с йоминами. Правда, йомины были, по-моему, с блоком, а у блицеров бретонских был выход в силу. Их как бы немножко переделали, но я бы не сказал, что они стали прям хуже или что-то такое там неиграбельное. Нет, они интересные были, но они были действительно слабее до тех пор, пока у блицеров выход в агилку не появился. Mm.
По-моему, после 10-го. Умер нулевой хуман. Пока что. А, Претор Энкорва. Нет, нет. Дворфы живее всех живых. Самовыпилился Пилун. На первом же блице в Рика Пилун самовыпилился. Но, похоже, из-за того, что Пилун самовыпилился, у Рика детская травма какая-то вспомнилась. И он теперь тупит уже, ну, как бы с начала игры он тупит. Удар по ДП. Надо ли куда-то идти? Ну, можно сюда вот подойти, например, на этого парня. Хотя, тогда от Рика выхватишь, соответственно. Сюда не надо идти. Ему не страшно. Ему сейчас Вьетнам вспоминается какой-то, знаете, такой, типа... Он сейчас смотрит, а перед ним там... окопы черно-белые такие. Может быть, кстати, да, Биг Лизард, может быть. Ничего-ничего, он сейчас очухается. Он уже статистические тупки свои потратил. Дальше уже идет сверх статистики, и, соответственно, он сейчас должен перестать тупить. Да, Гуки, которые прячутся на трибунах с камнями и пилами. Шестерочек накидали. Сигунда выхватывает. Но ничего, Сигунда выдерживает. Сигунда молодец. А, минус 2, но плюс 2 будет точно. В принципе, если заставить занести Убеля сейчас, останется 3 хода на контратаку. Возможно, Убель там потратит мага. Плюс надо поднимать свой колокольчик. И смотреть, что получится. Но, блин, я только не понимаю, кем он заставит Убеля заносить. Тут как... такое ощущение, что дворфов в 3 раза больше. Они помарчили всех хуманов. Смотрите. Все хуманы зажаты дворфами. Кроме вот этого парня. Но он воюет не в ту сторону уже. Этот на 3 плюс освобождается, окей. В принципе, если здесь прокинуть 3 плюс, и здесь 2 плюс, 2 плюс, можно в 3 куба въехать в Азубара. Здорово, Вергер. Я уже был, Вергер. Я вернулся, чтобы страдать за ваши грехи. Да я понимаю, Менг, но я... Это лучший Огр просто. Это лучшая игра Рика, которую я только видел. Он уже 5 ходов просто не сходит с этой клетки. Он как вот начал игру на этой клетке и уже 5-й ход на ней стоит. Да-да-да. Эти тяжелые воспоминания. О том, как его карманный гноблар бежал во Вьетнаме и упал на циркулярную пилу 4 раза. Или даже 5. Там, это уже не в лазарете, Рашпель. Это уже не в лазарете. Это уже в лучшем мире. Гиньо.
Так он не дефает турбодеда. Он ничего не делает, в принципе, с турбодедом. Точнее, не только с турбодедом, вообще ни с кем. Кстати, 4+, 3+, додж удался. Пробой. Странно, а, он не мог пофоллоть из-за финда, но этот парень с ГФИ его только может помарчить. А этот парень на те же самые 3+, 2 куба в мяч может оформить. Жалко, что без такла. Народу Вергер, 7 было точно. 4+3, да, 7. Чей-то овер? Возможно. Прикрой меня, если я там. Прикрой мою спину! С Нафлом, да, псионическая битва. К сожалению, Рашпель, если там идет псионическая битва, то Рик ее проигрывает. Причем, похоже, постоянно. Ну да, этих не обязательно поднимать, согласен. Ой. Нарциссо. Баха, нормально. Жалко. Парень с ДПМ свалил. Если колокольчик не поднимется, то хуманцов будет мало. Приезжай, Вергер. Да, я помню эту... Просто... Адский какой-то сериальчик. Пора ливать. Да нет, аптека не потрачена. Почему ливать? Шестерка в турбодеда есть. Но это без ПО хотя бы. То есть у турбодеда все не так плохо. Да, Амброзио сваливает просто попить кофе с ликером. Ну или что он там для себя бодяжит. Да, это халявный удар. Кстати, на 4+, и 2+, 2+, он может заблочить мячик. Будет ли Убель надеяться на блодж? Рерол Джинни точно тратить не будет. Если там стрелки придут или что-то неустраивающее. Но вот четырехсильный парень точно куда-то встанет. А если это шестерка на блодж? Ну, все, это хуже. Рика сейчас в своем это мерке. Как в этом. Как Мидзапайра. Там у него свой мирок. Да, вот. Занес все-таки мяч. Ну, в принципе, верное решение. Убель просто не стал испытывать Нафла. Теперь осталось посмотреть на колокола. Это не важно. Он удален. Это не важно, они не поднимутся. Недостаточно минералов. Турбодеда нету. Флинт сваливает. Турбодеда нету. Турбодед, кстати, на двоечку упал. Парень просто переместился оттуда сюда. Теперь будет наблюдать за матчем. Скамеечки удаленных. Три хода и маг. Джинни должен управиться за три хода и против мага. Привет, Колян. Хигиньо сдох.
Он был нам очень дорог, но, к сожалению, склеил ласты. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Ну, я решил, что следующий сезон все-таки будет. Но я пока не знаю, прохи или хаи. Все склоняются к прохам, поэтому почему бы не попробовать прох? Это, в принципе, те же хаи, только в профиль. Халфлинги? Не-не-не, халфлинги это слишком серьезно. Прохи супер. Привет, Гром Бриндл. Дару нужен друг? Ну, не знаю. Здравствуй, Интерос. Да, с турбодедом явно могут возникнуть проблемы, но на всех не хватит станфирма, так что нормально. Странно, что Джинни не использует Рика как опорный столбик на фланге. Сюда его поставить. Этого парня повалить. И потом этот парень как-нибудь так... Вообще можно выбрать этот сайт. Блин, я бы выбрал, наверное, эту сторону. Все-таки лок-лак достаточно медленный, чтобы сюда прийти. Этот парень тоже медленный. У этого парня нет горда. Дварф Прайд нет. Дварф Прайд это слишком бородатое. Поэтому нет, я не смогу. Ситару предлагайте. Ситар бороду как раз отращивает. Ему дварфрайт нормально. Ну, дварфы тоже страдают. Там иногда МНГ, иногда еще что-то. Их поближе к лоссу, наверное, выбил. Да, поближе к лоссу выбрал. Если сейчас будет хорошая погода со смещением сюда, возможно, даже тачбэк. Бог фотошопа. Обе команды получают по перебросу. В принципе, это не... Ну, для Джинни это значит, в принципе, что-то. А в целом, ну, такое... Блин, это классный фотошоп. Супер вообще. Четырехсильный парень бьет. И что-то как-то слабо бьет. Тут чья-то нога торчит. Да, толкаем, проходим дальше. Проходим, господа, не стесняемся. Проблема в том, что его теперь марчить придется. Так, ну, можно еще сюда подойти, вот этим парням. И как бы выстраивается экранчик.
А вопрос в том, а дальше-то что? То есть, вот не упавший этот парень очень сильно замедляет хуманское продвижение. Я бы, кстати, наверное, отсюда бы сюда его блицевал. И здесь бы забегал. Потому что так это очень долго как-то бегать. Гелиадора. Гелиадора, будьте любезны. Ну, Винтерос, за исключением смерти линеечки, в принципе, минусов пока нету, а как там все закончится, еще непонятно. Может, покачаются нужные игроки. Мне не нравится вот это построение. Я рассчитывал, что он будет где-то здесь строиться. То есть за счет ГФИ забежит еще кем-то здесь достроиться, типа. Окей. Опять же, мяч не передам до сих пор. Я бы, наверное, сразу ее передавал. А то сейчас молния приедет в Айкарда. Он далеко сможет убежать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять... Да, 6 тут дворфы точно не догонит. Самый лучший из людей — это сказочный злодей. Да, тут дворфы не догоняют. С этим не поспорить. Не затупил! Не затупил! Ого! Смотрите, куда он меня кидает. Бомб. Гард работает. Будут ли держать Локлака? Да, Локлака будут держать. Хорошо. Проблема лишь в одном. Если сейчас удается двухходовка, хуманы еще раз выйдут на лосс получать по мордасам. Да, Колян, было дело. Правда, не так давно. Скорее надо понимать, как достаточно давно. Перехват. А, да ладно. Ударков автовин? А почему? А что с Антонавтом не так? Он дропнулся? Или он использует, типа... Блин, а я и не знал. Четвер 20.00. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Более не жду. А, да, автовин. Смотрите. Ну, Вашберн пытался. Вашберн пытался сыграть. Антонавт просто решил ничего не делать. Не смогли. А, ты раз смотри. Ну, бывает. Вообще странное решение от Антонавта, что он там просто взял и такой, да ну нафиг. Даже на замену, по-моему, никого не позвал. Неожиданно. Так, хорошо. Избили тех, кто ВКонтакте. Теперь вопрос. Что дальше? По маршал. Хорошо. Ну, это лип.
Это даже не лип, это удар здесь и 2 плюс додж пока что. Вот это похоже на лип. На одном кубе выталкивает. Жив. Жив, цел, хуман. Падение на ГФИ. Это рерол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И, ну, есть что-то. Надо вот сюда идти. Вставать. И тогда все будет сложно. Просто сложно. Хотя, опять же, здесь ассист есть. То есть, если этого валят, то все достаточно просто. И удар здесь в один куб, я так понимаю. Привет, фанат. Три плюс, два плюс. И в закат. Либо, конечно же, 1D. Объявляем блиц. 1D. Встаем сюда. Здесь надо порычать, толкнуть сюда. Привет, эстудо. Скисло ведро опять. Это хорошо. Зачем нервы лип? В смысле, зачем? Я понимаю. Я говорил, что есть такой вариант липнуться сюда и убежать. Вот. Просто я говорил, что есть некая призрачная другая игра. Хорошо. И теперь от 2 плюс все зависит. 2 плюс успешен. Менк, это просто альтернатива была. Про эту игру я сказал еще в ход Убеля, что есть игра с липом. И просто посмотрел, какая есть альтернатива. Хорошо. Турбодед поднялся, хуманцов 11. Проблема в том, что остались очень вкусные хуманцы на поле. То есть, я даже не знаю, кем прикрывать их. Да, я как бы вижу смертников, да, типа вот этих ребят. А это почему не на лосе? Почему вот эти на лосе, ребята, а не вот этот? А, он хочет использовать кик, что ли, в этот ход? Ну, вот почему я не люблю кик на линейках. В такой ситуации я бы лучше блицера не ставил на лос. Но, блин, кик говорит тебе лучше по-другому. А, это БХ. Без длительных. А это не БХ. А это пила. Да, прыгнул. Там 3 плюс, 2 плюс, как бы. На 3 плюс, конечно, ушел рерол, но 2 плюс нормально. Сработал. Да, роли. Вот жаль его ставить на лос. Ну, а кикера... Кикера берегут. С другой стороны, сейчас хуманская атака. И там уже надо смотреть, что куда.
Да, вот это он точно нам не покажет. Не думаю, что это того стоит. Как бы... Этот парень, он, несмотря на вторую Агилу, он... Своё-то дело он прекрасно выполняет. То есть, это прилипало. Это прилипало без Шадовинга, зато с Донтлесом. В принципе, ты нормальный парень. Привет, Анкл Мортимер. Так, тик выбит. Еще переброс, больше перебросов, богу перебросов. Кстати, болельщики ни за кого не болеют. Ну, сбивается лост, логично. Это ПО будет использовано при каждой возможности. Пробитие. Не, проталкивания не будет. Так, это уже неприятно. Это тот самый Блицер отлетел. С Гордом и Донтлесом. А, ребята с ПО, ребята с ПО. Я почему-то не вижу ребят с ПО. А, вот он, да. Ремандис еще может ударить, но ему СПП особо не нужны за травму. Ну, можно будет ударить здесь. И вот этому парню уже СПП не помешают. Адсон просто вышел на лосс. А Зубар, кстати, стремится к легенде постепенно. Ну. Пробой есть. Ну, парень на месте. Привет, Стокер. На 280 тысяч. Да, это 9-я игра, Стокер. То есть это, по сути, 2000 дворфы против 2800 хуманов. Ну, или около того. Может, там своих доложил чуть-чуть. Стоп, сколько? А, 2280. Хуманы. Ну да, окей. Чем же ответит Джинни в свой ход? Наверное, ничем. Вот этот парень единственный, кто добегает. А даже Гелиадор особо не добегает. Ну и пофигу. И пофигу. Эй! Эй, пропускайте ход. 6-6. Блин, тут бы линейка могла пасовать вот это. Время куда-то идет. Пофалить? Да бессмысленно, у тебя уже нет запаса. А играть в меньшинстве из-за шального фола. Ну хотя, если фол удается, он будет минус на лак. Опять же, это фол с двумя ГФИ. Это, кстати, по-моему, против правил фол. То есть ты, в принципе, ты можешь пофолить, но проблема в том, что, по-моему, по правилам, игрок должен в зоне мува быть.
По-моему, опять же, я не помню, как там точно написано, но, по-моему, это баг или фича второго ББ, что можно хвалить из максимального мула. Что у нас там? Джинни онлайн? Ничего не онлайн, да. С его интернетом все нормально. Скорее всего, отошел, попросил не этот, не передавать или что-нибудь такое, вход. Вот я именно про настолку не помню, Менг. Я именно не помню про настолку. А в первом ББ, ну, какая разница? А, вот таймер защелкал. Верно. Джинни куда-то отошел, походу. Мутабор, можно ли фалить из максимального мува? То есть у тебя игрок на 4 бегает, да, а оппонент лежит в 7 клетке. Можешь ли ты его пофалить? То есть тебе хватает ГФИ чисто подойти к нему, а вот он уже лежит вне радиуса. И чё-то Джинни до сих пор нету. Ну, хорошо, значит, я не прав. Чё-то Джинни до сих пор нету. Паузу поставьте. Паузу поставьте. Поставьте паузу. О, Джинни пришел. Привет, Сигион. Ну, если должно, то окей. Я не знаю, мне почему-то это кажется немножко... немножко некорректным. Хорошо, если это позволено правилам, то окей. Да, зрители неплохо, согласен. Ну, блин, на финалах и на плей-оффе там под сотню уходило. Опять ближайшее запинывание. Ну, кик есть, тут вряд ли выкинешь в космос. Квикснэп. Квикснэп — это интересно. По крайней мере, эти ребята могут продвинуться вперед. Соответственно, забежать подальше на территорию врага. Френзера нету. Жалко. Можно было бы выталкивать такие построения. Но, с другой стороны, здесь бы, скорее всего, тогда стендфермеры бы стояли. И построение было бы другим. Вижу два стендфермера. Ну, вот они бы, скорее всего, и стояли по бокам. Лок-лак и на-лак. Блин, раньше было стенфермеров просто какая-то тьма. Сейчас что-то они поредели. Поймал. Так, настоящий куман. Ну окей, убежал назад. Б
бежал назад хорошо. Единственное, что мне не нравится, например, молния при пробое. То есть ударяет молния. Ой, кстати, о пробое. Этот толстый череп оставляет игрока на поле. Так вот, молния при пробое делает очень нестабильным сохранение мяча. Да, внимание, вопрос, как он будет забегать теперь? Раз. Кто-то должен встать сюда обязательно. Странно, что Лапфранк не пошел поближе куда-нибудь. Более выгодное положение. Ну, окей. Предадул. Нет, Орбит, я бы не сказал. То есть все зависит от того, куда сейчас хуманцы здесь убегут. Как бы, например, молния с пробоем, а все хуманцы убежали. Гномы забегают на максимальную дистанцию. Вот сюда, да? Там с ГФИ, например, сюда. А этих хуманцов, оставшихся на лосе, обжимают. И в итоге что? В итоге все плохо. Ладно, есть удар сюда. Как минимум на рестле можно уронить парня. Этот парень будет лок-лак опекать. Логично. Привет, Диамет. По травмам средненько все. Все средненько. То есть у Хумана минус 2. И Диего с колокольчиком. У дворфов минус Флинт. Странно, что он не стал этого парня бить. А этого потом. Либо... А, он... Это фол бороды? Это фол бороды? Ну, я сомневаюсь. Это сомневаюсь. Да, он прикрывает четырехсильного. Это чуть повыгоднее. Согласен. А, либо молния сюда, либо, скажем, фаербол сюда. Сюда. Топим за Джинни. Ну, я топлю за отсутствие травм, как ни странно, в этой игре. Молния сюда. Как я и говорил, с пробойчиком. Опять же, это хорошо, что просто пробой. Будь это колокол, некому идти за мячом. Раз, два, три, четыре, пять. С одним ГФИ. Гномы не могут в магию. Это не гномы. Это просто молния ударила. Не повезло, встал неправильно. Блок работает.
Не, что мы 3 плюс увидим вот здесь, ради того, чтобы задефать мяч. Нет, не увидим. Парень валяется здесь. Блица еще не было, кстати говоря. Раз, два, три. И три. И это можно сделать 2 куба в Рико. Станд фирм. Пробой. Плохо. Неужто придется самим Ильдефонсо возвращаться, чтобы завладеть мячом? Юрий Абиглизар поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает доктору на спирт. Спасибо, Биглизар. Спасибо за поддержку. Всегда приятно. А, ПО? Потому что он пробился, а дворфы хотят крови. А, смысл с ПО, блин. Смысл с ПО, если ты можешь сюда, вот сюда забежать. Нет, этот мяч не встанет. То есть, да. Именно то, чего я боялся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь 2 гофы надо делать. Четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10. Одно ГФИ. Окей, одно ГФИ. Одно ГФИ. Этот пятимувный парень все равно никуда не добежит. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все еще есть. Какая дичь. Эх, не двигаем. Ну, один пятимувный, один шестимувный. Проблема в том, что теперь хуманам надо бежать назад. Для того, чтобы как-то задефать мяч. А, этот парень без такла. Этот парень без такла. То есть можно пробежать сюда. Сюда, липнуться сюда. И забрать мяч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо бы выкинуть мяч. Ну вот мне вот не нравятся такие моменты, когда остается один парень, одинокий, против мага. Маг делает пробой. И все сразу совсем плохо. Вот если бы он не пробился, это просто раз, два, три, там можно даже ГФИ покидать. И после ГФИ это легкий пас для вот этого парня. Это реально легкий пас для этого тровера. Теперь придется сделать 3 плюс, 2 плюс как бы на подбор мяча. 3 плюс, 2 плюс, 2 плюс подбор. И куда-то сюда его выбрасывать. Но тут вот эти дворфы набегут. Много. Сила, ловкость, мув. Агила. И еще агила. 3 агилки, 2 силы. Дубли не буду считать, дублей много. Четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Блин. Блин, я не могу придумать лучший план, чем вот это. Вопрос в том, кому отдавать. Можно вернуть всех хуманов сюда. То есть сюда хумана и куда-нибудь сюда хумана вообще. И отсюда отдать мяч сюда. Ради... Нет, надо сюда куда-то мяч отдавать. Кому непонятно, опять же. И это шестая тупка, по-моему, за игру этого парня. И все вот эти дворфы неожиданно свободны. Как Тоби. Тоби Мак, рыжая борода. Жаль,
Жаль, что не в этого. Ну да ладно, сюда. Ну точно не сюда, сюда. Ну это, по крайней мере, 2 плюс додж вместо 3 плюс лип. Это 2 плюс додж вместо 3 плюс лип. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И можно ему будет вернуть мяч. Да, вот тут такого. Хорошо, хорошо. А, по-моему, он может интерцепнуть, если отдавать пас. А если не отдавать пас, то эти ребята... Я хотел сказать, сами выбьют, но... Действительно, почему бы и нет? А почему бы и нет? Вкладка Турбодеду. Вкладка Турбодеду. Вкладка Турбодеду. И Турбодед бежит. Турбодед. Турбодед. В 100 шуб одет. Хотя бы сюда. Хотя бы... Ладно, окей. Да, НТМА, я бы не рискнул. Если бы я играл Хуманами, я бы не рискнул. Ну, можно было, да. Можно было ход поставить. Фан-мод. Но мне кажется, Джинни изначально двухходовку как бы точился. Добежал агильный кетчер и отдал через полполя пас на линейку. Линейка сделала вкладку Турбодеду и занесла. Да, фанмод, результат не важен. Но тем не менее. Главное, чтобы никто не травмировался и все было хорошо. И я согласен, что, возможно, не стоило. Я бы... Вот здесь я бы побоялся заносить. Я бы понадеялся на парня с сайдстепом. То есть на Гелиадора. Что парень не сможет в 6+. И здесь бы встал где-нибудь. Жертва Нафлу за чемпионство. По-моему, Рика тут делает жертву Нафлу каждый ход тупя. Он уже 6 или 7 ходов тупил в этой игре. Причем не просто кидал стрелки, а тупил. Ну, уточка, в принципе, много где справляется, согласен. Особенно, ребят, те, кто пропустил этот матч... Так, НТМАЙ, посмотри просто реплей. Я обязательно залью это на YouTube. Посмотрите начало матча. Вот первый ход — это эпик. Каждый ход Рико — это шоу. Поэтому вот реально всем, кто пропустил, рекомендую. Стоит чешет репу. Такой типа, блин. Что я делаю со своей жизнью? Куда я иду? Жив? А вот был бы вот этот парень еще и с киком. То есть он бы был блок, гард, донтлес и кик. Его не надо было бы ставить на лос. Вот этот бы парень ходил на лос с ДП и реслом. Потому что здесь бы не было кика. Все было бы хорошо. Да, Рика видел вьетнамские флешбеки, согласен. Ну, я имею в виду вообще всех бегаев, которые устают. А конкретно Рика, да, он видел вьетнамские флешбеки. Да, дадул. Есть такое.
Еще раз, да, давай еще раз. Ветераны флешбеков. Окей. Не, я все-таки против. Трикс, вот у меня как, этот каках в Инфините, он явно думает, типа, что я делаю со своей жизнью. Нет, НТМай, там что-то, у кого-то простуда. Кто-то на свадьбу должен был ехать, собственно. Поэтому они не вышли на игру, попросили их заменить. Тролля по имени Конфуций. Окей. Неплохое имя для тролля, но слишком задумчивое, слишком. Что-то на трех кубах Рика не справился. Зато отодвинул ребят от четырехсильного. Проблема только в том, что это уже 4 куба. Ну, 4 силы. Правда, против 6, но... Тем не менее, эти ребята лежат. Как избить вот этих ребят? Поднимаем горда. Двух гордов. Есть удар сюда. Не, ну я понимаю, что какаха там вообще в своем мире живет. И любит дедушку, и вообще всех, кого встретит, она любит. Православный хвать? Нет, у меня нету хвать. У меня захват. Эх, а если бы его удалось повалить, этот бы блиц был бы в раннера. Восьмой армор. А так нет. Чё игра-то думает? Алло. Или это не игра думала? Бам. И назад отойти. Куда-нибудь сюда. Сюда ДП. Не знаю, у меня всю... Менк, у меня всю дорогу был захват. То есть граб это как захват был переведен. Вообще всю дорогу. Ну, кроме тех моментов, когда я пак от доктора Ивил оставил на голфикацию. Жаль, что он перестал их делать. Это было шикарно. У Шарика православный хватит. А здесь что, иезуитский граб? Привет, сапог. А надо ли его вообще поднимать? Викториана этого? Вот это интересный заход. Подальше от дворфов, поближе к мячу. Если мяч далеко не уйдет, то этот парень все равно прибежит.
Не, Винтерос, я решил не оставлять полис, потому что мне, во-первых, я, если оставлю полис, то у меня будут там 1000 с чем-то эльфы, вообще не раскачанные в средних дивизионах. Во-вторых, у меня там, ну, в принципе, жалко, что парень не взял легенду. Он в 5 спп от легенды остался, и Нигва ему не дала сделать легенду. Вот, и мне уже не очень нравится раскачка многих игроков. Ну, не многих, ладно, некоторых игроков раскачка мне не очень нравится, я их хочу в будущем поменять. Хотя в целом концепцию сохраню команды, она мне нравится. Добрый вечер, швед. По кислевитам нет, эльфы. Зачем мне кислевиты, если есть эльфы? Чем эльфы отличаются от кислевитов? Эльфов надо учить прыгать, а кислевитов приземляться. Смотрите, догнал все-таки. Пусть из ГФИ, но догнал, но не повалил. Вряд ли будет переброс, я сомневаюсь. Нет, смотрите, жадненький перебросик с ПО на Ильдефонса. С 4-м и 9-й броню. Блин, таких эльфов вряд ли я куплю. Только они не морские, они горные. Ай-яй-яй-яй-яй. Если БХ, то все нормально. БХ, все нормально. Это надо цитату записывать. Да записывайте, господа. Возможно, для Турбодеда настал его звездный час. Рика делает подсечку. Да, этот парень тебя 100% пережил. Его сосед теперь уже тоже пережил. Блин, не добегает. Не добегает. Рика смог. А, ты имеешь в виду этот фамбловский? Не-не-не. Я-то дворфов вообще имел в виду. Которые на 5 плюс пасы успешные делают. И всякие непонятные мувы. Зато успешные. Так, удар будет сюда, в Адсона. Я более чем уверен. Вопрос в том, откуда давать ассист. Потому что вот этот парень слишком опасный. И вообще, как его дать? Как дать ассист? А смысл в 11 снотлингов играть? В 11 снотлингов... Блин, тогда кидать будет некого. Некому. Поэтому нужен как минимум один огр. Half-Off Winterous? Неплохо. Это было печально. Ну, 11 снотлингов, это, пожалуй, да, печально. И что у нас тут? Смысл. Стоп, стоп, стоп. Стой. За что ты его так? Хорошо. Додж и удар отсюда. Угу. И теперь вот так. Даже в станте лиги это было печально. Да, пожалуй. Тогда действительно печально. Можно последовать, но я бы не делал этого. Куда мяч пошел? Что?
Что не так с этим мечом? Это гард. Этот парень может на двойке упасть, но нет. Удар сюда. И в ад. Сандфирмы нет. Хорошо. Вообще можно было подвести. И как-то с меча столкнуть. Если бы уронил, но тоже не удалось. Эх, это было так близко. И одновременно так далеко. Он кинул пятерку на 6 плюс подбор. Пятерочку. Это было реально близко. Помогите, монитор весь в грязи. Ну, не то, чтобы он был весь в грязи. Блин, поэтому я и топлю за то, чтобы мутации частично ввели в игру. Были бы всякие хуманы с бигхендами. Хорошо, кстати, это значит, что этот парень не выброшен гостям нашим приезжим. Ну, кстати, если бы он на 6 плюс подобрал, он бы отошел сюда и мог бы выбросить мяч куда-нибудь. Или не выбросить. Или туда выбросить мяч. А здесь и дворков-то нет с этой стороны. Можно было бы убежать. Ну, нет, парапан. Нет. Я уже говорил свою концепцию этих частичных мутаций. То есть просто назвать, например, когти кастетом. Там, я не знаю, Big Hand этой зачарованной перчаткой. Да, ты там не можешь отрастить вторую голову, да, ты там не можешь отрастить хвост. Но, например, быть настолько мерзким, что аж вонять аурой, вполне. Или там то, что тебя не могут бить по лицу. Так, этим Бэхау пережил. Айкарда молодец. Уже пережил матч. Да-да-да, каково бы обманывать, все равно будет хаос-пак весь с когтями. Нет, Донба. Дело не в том, что я хочу мутации там эльфом, например. Нет. Сиамский близнец. Такое это. Я даже вижу, как это. Парень апается, вкладывает левел. Ну а почему нет, Алекс? Почему нет? Толпа блицеров с МБ и кастетами. Что в этом такого? То есть, козлы, которые могут поголовно взять МБ Клавсу, тебя не пугают. А вот блицеры с МБ и Клавсой почему-то начинают пугать. Ну, нет. Так вот, возвращаясь к близнецам. Это представляете, да, этот момент? Парень набирает СПП сколько надо. Левел апается. Вкладывает левел в этот. В мутацию. Во вторую голову. И у него, как и в этом. Как он? Вспомнить все. Вот этот классический. Типа. Такой из живота вылазит. Брат! Нет, я уже видел, да. Ну и что, Винтерос? Ну, стартует с блоком, и что дальше-то? Вы представьте себе дворфов. Вот этих вот маленьких парней с МВ и кастетами. Снудлинг штурман на плече. Тогда это надо огром давать, возможно, вторую голову взять. Ну, дворфы очень тяжелая, как бы, команда. С ней действительно тяжело. Если у тебя нет клавсы, конечно, МБПО. Так вот, ребят, представьте вот этого парня с клавсой МБПО.
Черт тебя, черт тебя. Поймал. Рерол есть, все хорошо. Привет, Sail on Twist. Да, жив он. Да, вот он, отдыхает. БХ. Без литных. И здесь без литных. То есть команда пока что делает основную свою работу. Во-первых, она без серьезных травм. Во-вторых, в принципе, даже не проигрывает особо-то. Ну да, есть хаос дворфы. О, первая травма. Оказывается, все это время Рико просто собирался с силами. Этот парень, кстати, должен куда-то сюда убежать. Блин, раз. А ведь можно было объявить блиц, порычать и убежать сюда. Марчить этого парня и кем-нибудь отдоджиться, закрыть его от линеечек. Не знаю, сапог. Я вообще за любое изменение устоявшейся меты. То есть, ну, как бы одно и то же все-таки немножко не то. Свой фуреку. Хадукин скорее. Хотя, стоп, а кто у нас плечом бил? Плечом. Не могу вспомнить, кто бил плечом в стритфайтере. Во всяких Mortal Kombat'ах, пожалуйста. Не. Игрок посетил Чернобыль. Дополнительная рука? Нет. Это так не работает. В настолке некоторые вещи меня откровенно, как это, ставят в тупик. Почему сделали именно так? То есть, BB2 показал реально, что 8-й армор на хуманских кетчерах работает. И он делает реально лучше всю команду. Почему там оставили 7-й армор? Вот реально для меня загадка. Зачем придумали несчастные, никому не нужные Weeping Daggers? Тоже непонятно. Нет, сапог. Проблема... Ты сравниваешь зеркальный баланс... с мнимым балансом. То есть, если в шахматах и го там зеркальный баланс, у вас абсолютно одинаковые фишки, разница только в ходах, то здесь у тебя балансы... Так, кот наплакал. Они, по-моему, на хвостах, Винтерос. Ну, в любом случае, могли бы просто это не добавлять. Ну, выпустили гаттеров с кинжалами. Да всем плевать вообще, как минька выглядит. Лишь бы красиво было и хорошо сделано. Не-не-не, Анкл Мортимер. Если ты возьмешь трех кетчеров и одного блицера, у тебя силы не хватит играть. Ну, в смысле, у команды будет просадка по силе. Ну, как я уже говорил, вот эти кетчеры хуманские, очень странные нововведения. Мечи вот эти. Нахрена мечи вообще нужны? Сделайте постройки, как вот во втором ББ. Вот реально, постройки клевая тема. Мечи какой-то хлам выдуманный. Ну, постройки, правда, тоже выдуманный. Но как-то влияние у построек на игру чуть меньше, что ли. Да нет никакого баланса, сапог. В ВБ нет баланса.
Есть нечто такое, издалека напоминающее баланс? Здесь просто нету даже камень, ножницы, бумага. Ну, я согласен, что их нужно покупать туда-сюда. Такое. Он достигает успеха в ББ. Привет, Райан. Ну, возможно, не знаю. Карты... тоже очень странные. Возможно... возможно, в них что-то есть, но... как это? Типа, если с серьезным лицом играть, такое себе. В этого нет баланса хумана. Да, да. Ну, когти, они тоже как бы... типа, есть туда-сюда всякие поползновения, но... Джинни стал админом? О, я не знал. А, точнее, как, я забыл, я читал эту ерунду. Ну, поздравляю, Джинни, чё? Максимально приближенный. Скорее, на к жести. К несправедливой. Проблема, возможно. В картах веселье. Ну, вот для серьезных лиг, например, я бы точно не вводил карты. Это же... как это? Им просто в правилах надо писать, типа, вот это для всякой ерунды типа фамбла. Типа, хотите фамбл? Вот вам карты, вот вам мячи специальные. Развлекайтесь. Хотите, типа, играть на серьезных щах? Пожалуйста, вот вам, типа, правила для серьезных щей. Никаких карт, никаких мечей, всяких сквигов, которые выпадают каждый ход из рук. Сапог, понимаешь, в чем прикол? All Blacks не выходят на поле с пистолетом и это и с кирпичами, которыми они избивают, собственно, команду оппонента. Стадион с ровной поверхностью. Взять на Волка, ну, почему бы и нет, Пайропан. Волк с Донтлесом, он не такой плохой, если ему черка всяких с бегами надо блицевать. Оп-оп-оп. Ой, кстати, как неприятно выпал. Теперь надо 100% подбирать. И будет подбирать Амброзио. Ну, не знаю, Сид. То есть ты имеешь в виду, что все бесконечные лиги это и испортили как раз ББ, да? Когда там стали играть в бесконечных лигах на серьезных щах. Может быть. А, Винтрос, тут немножко такая тема, что просто еще на столке можно как-то с самим хоум рулиться. А вот в такой версии нет. Против All Blacks не дают индусов. Да, действительно. А с другой стороны, что бы сделали индусы против All Blacks? Взломали бы их счета в банках?
индусы бы склонили к буддизму, но буддизм он тоже разный. Два игрока у меча. Проблема вот этого вот построения в чем? Они как бы у меча, но зафейленный подбор на 1-1 может выронить мяч куда-нибудь сюда или там сюда, и здесь уже дворфы набегут, и ничего ты не сделаешь. Битами надавай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну там кришнаи, ну там много религий в буддизме намешано. Точнее, у индусов намешано много религий, в том числе буддизм, по-моему, там основная, да, у нас получается. Нет, я не считаю, что у них заоблачные счета. Я говорю, что индусы способны, пожалуй, только на это. А индуизм основная? Ну, может быть. Хорошо. Видите, канал познавательный. Мы узнали, что индуизм вполне себе основная религия. Ну, в принципе, логично. Индия, индуизм. Учение Ганди. Разве Ганди необычный? Это, как он там? Ответвление буддизма. Преподавал, типа, где нельзя вредить даже букашкам-таракашкам. Все сходится. Да, логично. А у русских что, русизм? А у англичан англичанизм. Неплохо идет, слушай. Мне нравится ход твоих мыслей. Джейнизм? Разве? Ну, по-моему, это все ответвление буддизма. Джейнизм и так далее. Англосионизм. Так, хорошо. Еще один парень претендует на то, чтобы пережить этот матч. Да, что-то тут все катится к 2-2. У Джинни все бодли хёрт и один этот контрольный в голову. Что за оперу? Это что такое? А, земли. Ну, христианство тоже должно быть попилено на всякое. О, что, так мало протестантов? Католики, православные, да. Независимые церкви, да, это наркоманы. Прикольно, кстати, график. По черепу, да. Ой, как мало джайнизма. Синтоизм, зороастрацизм, это какие-то вообще азиатские, бахаи, не знаю таких даже, такие бахаи. Конфуция, дао, иудаизм, спиритуализм, это что такое вообще? Типа шаманизм? О, сикхизм. Блин, слушайте, а сикхов прилично. Новые религиозные движения. А чё так мало? Этнические религии какие-то непонятные, китайские народные верования, что? Да-да-да, есть там такое. 3+ есть додж?
И... Если игрок в конце сезона получает МНГ, он первую игру следующего. Не, ему недостаточно, он все равно пропустит. То есть у нас вот эти вот оленеводские шаманы, они спиритуалисты, получается. Вера в науку. Ты знаешь, Анкл, это на атеистов больше похоже. Интересно, а сколько вот из новых религиозных движений, да, этих пастафарианцев, например? Саентология — это научная наука, саентология. Это вообще какой-то бред наркоманский. Ну, нет, там... У азиатов вообще все сложно с религией, они все подряд смешивают, для них это нормально. Это пастафарианство, Парапан. Это пастафарианство. Источник верный. Ну, саентология — это мужик не хотел работать, но хотел очень много денег. Он придумал саентологию. Очень интересная религия в этом плане. Ну, точнее как, это вообще секта, но переросла в религию, когда этот Том Круз, Мадонна и кто-то еще, короче, заинтересовались саентологией. Туда прям наплыв огромный пошел. Кстати, да, это ничеечка, смотрите-ка. Странно, что так близко кидал. Ну, окей. Том Круз, Траволта и Мадонна. Блин, много получается. Мир и многоженство. Ну, у мормонов на самом деле там тоже не все так просто. Не, Мадонна кабалой поначалу увлекалась. Именно вот она начинала с кабалы, а потом почему-то ее кабалисты не удержали, и она какое-то время была саентологом, с этой ходила, с красной лентой на руке. Саентология сам придумал? Да не, там не саентология, там это все часть этого. Как его? Это все часть пастафарианства. Не знаю. А мы кого-то оскорбляем? Мне кажется, что мы ведем дискуссию просто и все. А что, нормально, сапог. Кстати, да. А где Зигма... сирианство, блин. Где они все? А дворфы, кстати, вообще очень плохо убежали. Чатик прикроют, да? Где же чатится? Блин, слушай, ты мой. Я тогда, пожалуй, этот ролик публиковать не буду. Не-не-не, сигмариты это слишком просто, понимаешь? Не успеваешь насладиться названием.
Ну, я тогда не буду этот ролик выкладывать. Минички ложных богов, да. Бог... А, да, бог Кузи есть, да, согласен. Есть еще топовый экстрасенс какой-то, который тоже себя к богу приравнял. У нас в России такой этот пухленький и это кривоглазенький. Который уже защитил Землю несколько раз от, от вторжения инопланетян. И что-то он там еще замутил. Закрыл Землю куполом, который поддерживает он лично. Не, не похож, но похож. Самое забавное, что он типа лечит все недуги, но при этом сам заикается иногда. И у него это кривоглазие. Они в новых этих, в новых религиях. Вообще церковь Марадонны — это круто. Послушиваешь, Джинни? Ты давай, играй. Тебе еще победить надо. У тебя еще есть целый ход на победу. Подумаешь, никто не добегает. Ну, когда кого это останавливало? Стоп. Надо на два протолкнуть Амброзио, и можно добежать. Или на 3 протолкнуть Альвара. По-моему, даже есть шанс Альвара протолкнуть. Давай, Рико! Рико! Наконец-то ты перестал тупить. Бам! Что-то Рико не смог. Эх, был бы седьмой мув. А, все равно в одной клетке бы не хватило. Но его можно было протолкнуть, по-моему, на один. Нет, Джаги не было. С Джагом можно было бы на один мув протолкнуть. Ну и все хуманы должны сваливать. Кстати, зря сюда поставил, надо было чуть-чуть в сторону ставить, чтобы его оттолкнуть от себя, чтобы он с джампапа не ударил неожиданно. Пробит. Не уволен. Пробит. Ну это ж она и есть. Маленькая такая консервная банка бородатая. Хрум. А, кого еще можно халяву ударить? Рика. Ну, кстати, у Налака есть 3, 4, 5. Нет, это красные кубы. Хотя, если этот парень с двумя гафы придет, есть 1D в Рико. А чё вы паритесь, ребят? Пара сезонов, и у Убеля команда обновится, потому что остальные состарятся. Хм. С возвращением домой, Эрдквести, кстати. Во что вы там доигрывали? Ой-ой-ой, смотрите-ка. И ничего. Были шансы, да, в принципе, на 5-6 выбить мяч и этим парнем занести. Окей, согласен. У меня только другой вопрос. А кто
выбитый мяч пасовал бы. Про радугу. Фол. На тебе бутылкой. С размаха. Хуманец. Правда, бьет не туда, в защищенный этот нагрудник бьет. Блокер, ну, не знаю. Очень так себе шанс. А, спайка не будет. Айкарда, кстати, приблизился к 6 уровню. Че он там все возьмет, интересно. Вообще ничего не будет. Все, что вел Ice Rain, приостановлено.